победительницу нашей лотереи Елизавету Чербанцеву. Самый крутой подарок туалетного допоза – это твоя вода. О, боже мой, ура! Молодец! Саша, и мы у тебя будем брать интервью. Пожалуй, я возьму микрофон. Ты готова? Да. Скажи, пожалуйста, Лиза, а ты часто даешь интервью? Первый раз. Впервые, да? Отлично. А я хочу задать тебе несколько вопросов. Вот скажи, пожалуйста, как ты приняла решение участвовать в лотерее? Сама туда смотри. Меня просто Катя сказала, зарегистрируйся там, оставь заявку и все. Так, отлично. А как тебе удалось собрать такой огромный заказ? По-моему, твой заказ составил 199 баллов. Больше. Первый заказ 199. Нет, первый был меньше тогда. Не торгуйся. Ну, я просто дала подруге каталог, плюс она мне просто много заказала продукции wellness. А как? Она знала раньше про эту продукцию? Да. Или ты ей так вкусно рассказала? Микрофон говорит. Хорошо. Нет, она в смысле знала вообще, что есть Oriflame. Она давно заказывала у женщины. Ну, потом возник один казус. Об этом история молчит. Да. Вот, и... Она выбрала тебя как консультанта Oriflame. Да. Ты лучшая. Да. Отлично. И второй вопрос. Скажи, пожалуйста, часто ли ты выигрываешь в лотерею? Последнее время, да. Круто. Расскажи, у тебя есть какой-то секрет? Я это я. Вот так, ребята, секрет от Елизаветы Червонцевой. Берите пример, действуйте. Удивляйте и принимайте в свою жизнь самые лучшие чудеса. Ура!